Всем привет, ребят, с вами Матео. Сегодня мы играем на карте в Робоксе СТС-тест, ребят, да. Новая карта, ребят, но, ребят, ее просто так не найти. Надо кого-то добавлять, друзья, кто на ней очень любит играть. И со мной подписчик. Сейчас напишу. Сейчас. Пиши привет. Так. Мы с ним договорились, типа, до аэропорта я веду, затем он. Едем мы на трассе БКМ-321. Были, ребят, до этого неудачные дубли. Потому что штанги сходили. О, привет. Витя. Так, все. Поехали. Я думаю, ему уже быть не терпится быть водителем. Сейчас жди. Уже, ребят, наверное, третьего раза записываю. И то первый, как там, БТЗ какой-то. Я уже не, ну, БТЗ. Там модель не понимаю. Ну, а затем еще идет АКСМ-101БС опять фейл. И сейчас, если на этом будет фейл... Ребят, здесь нельзя поднять штанги. Ну, посмотрите, какие они здесь реалистичные. Нам такие не нужны. Аэропорт Парквей. Ну и название. Здесь, ребят, есть типа АТП, но, ребят, туда очень тяжело попасть. Так, ладно, поворот в аэропорт. Ладно. Ждет, сейчас я ему... Здесь, ребят, можно взять спокойно троллейбус. Сейчас ему напишу. Тралик твой теперь. Все, тралик твой. Все, он понял, все. Ты снимаешь? Да. Так. Алик, все, всем привет. Ну ладно. Я его попросил написать привет. Ну. Так. Ну ладно, ничего, бывает. Я же, ребят, немножко белорус, и у меня бывают такие ошибки. Ладно.
Ладно. Да, ребят, у меня, конечно, не самая, конечно, лучшая моделька БКМ, которую хотелось бы видеть. Но за звук дверей респект. Я хоть не был в Москве, но я прям помню, знаю. Ладно. Пам. Я не представляю, он прям там в шоке уже, наверное. А, я снимаюсь в ролике. Бум, ба, бум. Давайте возьмем еще скрин. Нормально. Хотя не, ребят, наверное, это не будет скрином. Опа, надо что-то торопиться, ну ладно. Да, ребят, еще, наверное, вот это, то, что... Да, ребят, согласитесь, то, что он так выглядит прям... Ну, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду, ну, так себе. От нон-РП отступает. Чистый респект пацану, то что он такой крутой. Ну ладно. Ну да, ребят, он молодец, он отслеживал специально, искал типа в Роблоксе вот этот ник, как у меня вот этот тут. Искал и специально, и вот все-таки попался. Ребят, планирую прокатить нас на автобусе. Да, почему бы и нет, автобус тоже крутой. Ну, вот, ребят, тут, конечно, нет нормальных самых моделек. Ну, тут обычные чисто роблоксовские. Да. Я говорю. Ну, конечно, здесь пишу, но правда, я, ребят, говорю же вам на ролике. Говорю. Да, он был в шоке, то, что я снимаю. Все-таки звуки. Не, ну прикольный скин у него, конечно. Я такая мантия, черная мантия. Ладно, ребят, я про мантию сейчас пошутил. Я живу.
Да, мало. Я же сейчас за рулем. Ошибочка. Фу. Ой, да, ребят, я фейл буквально так постоянно делаю. Да ладно, давай, давай, садись, все. Надо сейчас сделать управление норм. Ребят, тут есть АТП, повторяюсь. Все, я поехал. Быстро, 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 быстро. Ну, я думаю, он знает то, что я все-таки фейл, я же говорю это и сейчас на запись, если он увидит. Что это такое? Я не понял. Я не понял, конечно, что он имеет, но... А. Ну, пока. Эх. Ребят. Ладно, ребят, мне придется, значит, поставить ту составку сначала. Кто это зашел? Не пойму. Эх, ладно. Будем. Жаль, конечно, этого добряка. Очень жаль. Ладно, ребят, без него. Вау, тут есть трамвайное депо. Хотя неудивительно, если здесь есть троллейбус, значит здесь и трамвай и автобус. Трамвай. Марка не написана, самое интересное. А вот АТП. Так, тут у нас по правде два вот таких польских автобуса. Есть вот это, есть ман. Я выберу на... А, я понял, в чем у них отличие. Не, я возьму с круглыми фарами. Старый город. Ну, ладно. Разрабы! Где старый город? Ладно, ребят, ну мы немножко буквально прокатимся на этом польском, на польском некрасивом автобусе, ребят, буквально. Мне не нравится он. И закончим. Билеты. О, а можно изменить языки. Только английский как-то не включается. Билеты.
Ну, ладно, это 7. Да. Ну, 15. Сканирование. Ой, мы там еще один выронили. Я понял. Ладно, ребят, всем, кто досмотрел этот ролик до конца, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.